Всем огромный-огромный привет! Спасибо, что сегодня заглянули ко мне на кухню. Готовлю очень вкусный шашлык на мангале в бесподобном маринаде. У меня здесь 2 килограмма свиной шеи. Я ее уже хорошо помыла. Конечно же, желательно такой явный лишний жир срезать. Понадобится также очень много репчатого лука. У меня кинза, соль, черный молотый перец и, конечно же, немного уксуса. Свиное мясо нарезаю крупными кусочками. Нарезала мясо вот такими вот крупными кусочками. Вот такими. Далее делаю луковый маринад. Лук нарезаю тонкими-тонкими полукольцами. И одну небольшую луковицу прокручиваю на мясорубке. В лук добавляю 2 чайные ложки соли. Потом добавлю еще по вкусу, если будет нужно. Щепотку сахара. Сюда же в лук прям вот так нарываю кинзу. Добавляю 3 столовые ложки уксуса. У меня виноградный, можно использовать любой. И хорошо-хорошо переминаю лук, чтобы лук дал сок. И одну луковицу перекручиваю на мясорубке. Перемешиваю луковую массу с основным маринадом. И перекладываю весь этот луковый маринад к мясу. Добавляю немного воды и отправляю в маринад. Все хорошо-хорошо перемешиваем, прям как бы втирая маринад в мясо. Закрываю мясо пленкой и оставляю в холодильнике мариноваться на ночь. А завтра едем на шашлык. Отправляю мясо на мангал. Вот такое оно красивое. Обязательно покажу вам в готовом виде и добавлю еще ольховые щепы для копчения, чтобы мясо пропиталось очень вкусным ароматом. Ну и вот такое прекрасное мясо получается. Уже сейчас будем снимать пробу. Ну и вот такое мясо получается. Очень сочное, вкусное. Кому понравилось, подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик, не пропускайте простые доступные рецепты вместе со мной. Всем огромное спасибо. До свидания и пока-пока.